практически все уже ребята работают, 23 человека. К сожалению, выбыл Русин, у него есть проблемы после вчерашнего медобследования с паховыми кольцами, так что он покидает наш сбор, и вместо него присоединится Алексеев. Что касается наших более опытных нападающих, то ну, хочу развеять там сомнения. Никакого конфликта ни с Бакани, ни с Мораесом у меня нет. Мораес был здесь у нас, у него было здесь плановое обследование нашего медицинского штаба, потому что у него тоже есть проблемы с паховыми кольцами, но у него его функциональное состояние, в котором он приехал после отпуска, оно достаточно высокое. Но у него еще есть проблема с небольшая проблема осталась с теми же паховыми кольцами, так что он проходит там и курс восстановления, и он работает и на функциональной своей готовности, так что с 1 февраля, второго сбора, он возвращается и работает в общей группе с нами. Ну, то же самое касается Бакани. Он тоже под наблюдением и под контролем нашего медицинского штаба. Это небольшая проблема, которая у него была после игры с «Партизаном», так что он ко второму сбору тоже будет здесь, в Марбелле, и тоже начинает уже работать в общей группе и готовится уже непосредственно как к старту чемпионата, так и к старту Лиги Европы. І про Циганков, Сидорчук, Попов працює, ну не всі вправи з усіма, не все може робити, так розумію, що. Ну, звісно, що стосується Попова, то парень пропустил полгода, была достаточно неприятная травма, но она позади, так что мы здесь уже дифференцированно подходим к его участию в общей группе. А в тех упражнениях, в которых он не может участвовать, он работает с нашим реабилитологом. Что касается того же Сидорчука, то у Сережи все идет по плану, так что он здесь тоже работает с реабилитологом, и у него процесс его восстановления идет по тем временным параметрам, как и планировалось. Что касается Вити Цыганкова, ему была сделана операция в Мюнхене, так что здесь он первый сбор, первую часть этого сбора работает тоже индивидуально, а во второй части уже со второй недели он, как планируется, уже будет участвовать в тех упражнениях, уже в командных и с мячом, когда ему уже разрешат доктора наши.